Всем привет! В этом видео хочу порассуждать и вообще поделиться своим мнением о том, какой коэнзим вообще лучше принимать, потому что на сайте iHerb есть разные виды коэнзима. Есть просто в капсулах, есть в таких вот мягких капсулах с жидким содержанием, а есть в виде желешек. Вот. Ну, я принимала... Пробовала, начинала, кстати, пробовать коэнзим вот с такой фирмы. Здесь внутри уже другие капсулы, поэтому не покажу, какие они. В предыдущих видео можно посмотреть. Я показывала, какие там капсулы. Такие вот мягенькие, коричневые, маленькие капсулы. Они жидкие. Внутри жидкий коэнзим. Почему это плюс? Рассказываю почему. Потому что коэнзим жирорастворимый. Растворимая биодобавка, и ее нужно принимать либо с жирной пищей во время еды, либо, как я принимаю, даю своим, я даю с омега-3. Но если вы не пьете сейчас на данный момент омега-3, то лучше, конечно, заказать коэнзим в мягких капсулах. Почему объясняю? Потому что внутри уже содержатся какие-то жиры. Добавляют какое-либо масло, и для лучшего усвоения не нужно принимать и во время пищи, или же с омега-3. Оно будет действовать вне зависимости от этого. Вот. Сейчас мы пьем коэнзим от Lake Avenue. Там просто капсулы идут. Вот сейчас я вам покажу вот в этой моей коробочке, так как на двоих с бабушкой брала и ей отдала оригинальную баночку, а себе оставила другого. Вот такие вот капсулы. Это Lake Avenue. Вот. Они идут с сухим коэнзимом, без добавления каких-либо масел и жиров. Вот, но я ее пью с омега-3, естественно, жирным составляющим. И рекомендовала бы пить, если вам не нужна омега, или омега для вас тяжелая. То есть, как бывает, что вызывает диарею, если слабый кишечник, то можно принимать вот такую вот добавку с мягенькими таблетками. Ну, называют они их мягкими таблетками, но это мягкие капсулы. Вот, а есть еще желешки. Ну, желешки, не знаю, я не пробовала лично. Видела на сайте в виде желешек коэнзим. Там и дозировка больше идет. 200 миллиграмм на одну. По-моему, на одну. Надо еще точно узнать. Здесь 100. Это 100, это вот оптимальный такой вариант. 100 миллиграмм. Есть 50 миллиграмм еще. Есть 200, тут зависит от того, для чего вы ее принимаете и для чего она вам нужна, чтобы помочь. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, используйте промокод в описании. Также скину ссылочки на коэнзим, скину и на Lake Avenue, и вот 21 век, который я принимала с мягкими таблетками. Переходите, приобретайте, можете использовать промокод, который действует как скидка. 10% на первое приобретение сайта iHerb, 5% на постоянной основе. Всем удачи, не болейте и пока-пока!